Многодетная семья из Люберец получила от главы городского округа Владимира Ружицкого сертификат на получение жилищной субсидии. Это стало возможным в рамках государственной программы Московской области «Жилище». В семье Гехлер 7 детей. Сертификат на жилье – жизненная необходимость. Владимир Петрович, просим вас вручить свидетельство на право получения жилищной субсидии в размере 14 579 тысяч рублей многодетной семье Гехлер. За последние 3 года в городском округе Люберцы сертификаты на получение денежной выплаты для приобретения жилья получили 3 семьи. Общая сумма выплаты составила 43 миллиона рублей. Напомним, государственная программа Московской области «Жилище» нацелена на улучшение жилищных условий семей, воспитывающих 7 и более детей. Все выплаты в рамках программы могут быть использованы для приобретения жилого помещения или для строительства частного дома. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.